воскресенье, которое было, да, меня удивило, что священник в проповеди после службы начал говорить про блуд. То есть он вот притчу о блудном сыне читали, да, нас? Да-да. Говорит, что вот есть такое слово «блуд», и оно однокоренное со словом «блуждать». То есть блуждать как просто, да, там заблудился. И в том числе вот всякие там связи. И как-то он так довольно хорошо сказал, меня аж удивило, что об этом речь пошла. Обычно, вот я не помню, как в прошлые годы было, но мне кажется, не так... Так. Не так жизненно, что ли, просто, что мы заблудились, что... Ну, Господь слышит молитвы и трогает людей. Ты что, Георгий, идем дальше? На работу надо. Дальше больше считать не будешь? Сегодня нет. Все тогда. Тогда вот попутно спрошу вопросы, у кого есть какие, давайте. Вот, Игнатий Тихонович, насчет того, что я сказал, как бы правильно священник повернул вот в эту сторону, насчет притчи о блудном сыне и, как говорится, вот про этот блуд. Ну и у него, он должен был дальше сказать, что вся эта церковь-то дружба с миром и стражда против Бога, 4-4 Якова, и говорит, прелюбодеи, прелюбодейцы. То есть это духовная проституция свирепствует церкви. Экуменизм там боятся, а экуменизм на бытовом уровне сплошь и рядом утопают. С родственниками Новый год справляют, гуляют, пляшут, на похоронах выпивка, на кладбище там язычество стопроцентное. Дальше-то надо говорить блуд, блуд. Ну и что? Дальше-то надо просто развернуть эту картину, что это все в церкви. Когда Максим Степаненко сказал, что женщины, которые наживают детей без мужей, на вторую букву алфавита это назвал их, как они взъелись на него. И архиерей его снял, там он был как председатель или кто, миссионерского отдела. Вот как. А на самом деле так оно и есть. Так. Сколько таких, коснись, которые абортницы стоят здесь. И эпитемии накладывают. Это гибель. Иисус пришел погибшим овцам Израиля, дома Израилева. Так и написано. Где погибшее животное, это скотомогильник называется. А где у людей называется кладбище. Погост. И вот этот скотомогильник везде. И они как будто не видят. Начнет священник, если правду говорить, его свои затрут сразу. Ведь Андрей-то Курай, он как раз и сказал, что церковь-то сегодня-то, ее и называют на этим словом, говорит, по букве алфавита. Потому что прелюбодеяние идет свирепое везде. Везде с миром дружат, награждаются, бритые. Возьмите Осипа, он там масон, может, не первой степени посвящения, по поведению его сужу. А он преподает, профессор. Сколько он перепортил священников. И они на него ссылаются. Мочением, ладошкой мокрой по голове провел крещение, давай деньги. Это не возрождение души, а удушение. Здесь палаществуют они. Я называю, пираты захватили корабль. Дальше-то он продолжать должен. Это не блуждание? Блудный сын, то есть проблуждал. Он так и написано, говорит, промотал свое имение с блудницами. Старший-то сын как-то слышал, видимо, где он был. Так что тут все на месте. Ну, спаси Христос. Да, такого священника, конечно, сказать не мог, то, что вы сказали. Хорошо, все. Ну, отошел тогда, выключаю я здесь. С Богом.